маленький зайка. Меня выгнала злая хозяйка. Мне нужен дом. Не дом два, а такой, чтобы жить в нем. Но жизнь жестока и зла. Дом стоит слишком много бабла. А где его взять? Ведь у зайки не работает в Министерстве обороны зять. Тогда говорит племяш: дядя Коля, ты смени видос, и будет тебе лавандос. Только ты учти, что там в интернете для раскрутки зайков нужны эти, как их, лайки. Зайки так любят лайки, лайки, зайки так любят лайки, лайки. Сняли мы видео, но на ютюбе таких, видимо, невидимо. И лайки не ставят, проголосовали только Валера и Славик. Бабла так и нет, спасает даже интернет. А где же вы лайки, что помогут бедному зайке? И тогда стало понятно, что для реального зайца лайки — это не какие-то интернетные оттопыренные пальцы и не американские мазафаки, а вполне конкретные собаки. Зайки так любят лайки, лайки, зайки так любят лайки.